Ромашки в январе. Михаил Спартакович Пляцковский. Щенок Тявка и утенок Крячик смотрели, как на дворе кружатся снежинки и ежились от мороза. «Холодно!» – клацнул зубами щенок. «Летом, конечно, теплее!» – сказал утенок и спрятал клюв под крылышко. «А ты хочешь, чтобы сейчас лето наступило?» – спросил Тявка. «Как? Прямо сейчас?» «Конечно! Хочу, но так не бывает!» Щенок достал листок бумаги и коробку с разноцветными карандашами. Через несколько минут он показал свой рисунок продрогшему крячику. На листке зеленела трава, и повсюду светились маленькие солнышки ромашек. А над ними в углу рисунка сверкало настоящее летнее солнце. «Это ты хорошо придумал! Я никогда еще не видел ромашек в январе!» На землю по-прежнему падал снег. Щенок и утенок глядели на веселые цветы, и казалось им, что наступило доброе ромашковое лето. И стало им обоим очень тепло.